случае, если я в размере XL или XXL понимаю, что это правда красиво, это правда сексуально, это здорово. Если я понимаю, что я в размере XL, и мне в этом некомфортно, и я себя вру, я придумываю о том, что, ну вот, я бодипозитив, и все классно, то это нечестно с собой, я сам себя обманываю, да, я сама себе вру. И когда я училась на худографии, знаете, что было самое сложное? Рисовать тела людей, как они есть, не дорисовывать, не убирать какую-то складочку, а именно рисовать. Само искусство визуальных иллюзий в том, что мы можем создать все, что угодно. Линии, фактуры, текстуры могут вытянуть фигуры, могут наоборот сжать, могут сделать нас полнее, стройнее, как угодно.